Ну вот пришла очередная посылочка. Так, вот такая вот. Вот номер заказа написан. Кто знает, знает, откуда она. Вот опять написано DHL. Вот. Сейчас ее немножко вскроем. Как подступиться, подступиться. А сразу, наверное, все и вскроем. Так. Вот лента. Там, как всегда, подарков не дождешься. Так, подарков нет. А хулиганов нет, а руки под пальто. Так, вот это ее накладная. Значит, Шэньчжэнь, Чайна. Экспресс накладна. Цена 37,99. Новая почта принесла прямо на дом в руки. Вот, сработало странно. Обычно то зайди на почту, то еще что-нибудь, все в складе, куча накладных, короче, это не надо. Так, что у нас тут? Тут они стали теперь ссылать такие штучки. СКУ, количество, что именно выписывалось. Так, выписывалось вот такая штучка. Такая штучка выписывалась мной. Значит, для чего? Выписал себе с Алиэкспресса телефон и хотел еще, чтобы его меньше туда-сюда трогать, тот телефончик. Хотелось бы, чтобы при достаче из кармана доставания, чтобы он не падал, ничего. Выписал вот этот вот армянчик себе. Армянчик Airphone iMan. Мы не творческие, мы поза творчества. Значит, вот этот телефон изготовлен 17 мая 2016 года. Это вообще интересно. То есть новенький. Надо его теперь достать. Так, что-то у меня не получается достать его. Моего армянчика. Я его любовью называю армянчик, да. Сам с Азербайджана, из Баку. Так что у нас город Баку, город 100 национальностей. Поэтому мне все армян, армян. Все равно, что. Главное, чтобы хороший был. Так, вот такой, да? Вот. Резина. Все черненькое. Ну, крепенькое, хорошенькое. Так, все лента хорошенькая. Интересно, какой у нас тут паспорт. Что-то есть у нас тут, все китайское, чешули. Так, обзоров на него не очень так. И в Гербесте первая покупка. Вот, а куча всего. Да, Китай мама, Китай мама. Ну, что я сделаю? Китай так Китай. Здесь у нас... Я так понял, наушники, что ли? Да, это, конечно, открыть это всю беду. Моими пальцами, блин. Наушники, гарнитура с микрофончиком. Кнопочка. Вот он.
Это у нас идет уже зарядная кабелек. Заряжается без зарядного устройства. Я так понял, от ПК будет заряжаться. Ну, это как всегда такое, ух ты, длинненькая. Почему длинненькая? Потому. Защищенный, здесь куча защиты. Так он не влезает. Поэтому защищенный, удлиненный, вот он будет заряжаться. Зарядка у меня там есть, так что будем так заряжать. Здесь защитный, так понял, это уже все поцарапанное. Это обалдеть. Так, карточку куда вставляем? Как ее вставлять? Здесь не написано. Вниз, вверх, вверх, вниз. Установка карточки нету? Нету. Установка карточки нету. Значит, надо теперь изобретать. Я так понял, раз так, значит, наверное, так наверх. Так. Карточка у нас тут мини. Так что ли? Включение. Нет. Да, это не влезет. Секунду делаем. Посмотрим. Да, как игрушечный. Так, внутри. Включил, я так понял, да? Включаться не включается. Или он полностью у нас севший? Не знаю, посмотрим. Значит, что мы имеем? Имеем, здесь нарисовано рестарт, резет. Так, вот симку вставляем срезом вправо. Вот так вставляем. Карточка подпиленная, потому что номер нужен. Так вставилось, да? Вот. О, включился, да? Все, не включается, потому что, оказывается, полностью разряженный пришел. Все, low battery. Значит, зарядим, потом глянем. Так, немножко подзарядили. Значит, так понял, unlock, так, тик-тик, меню, так, фонбук, немножко покрутить надо, хотя бы так, я знаю. Так, нам не нужно, слушай, messaging, call center, settings, ой, ёпарный. Так, ну профили это объяснять, наверное, не надо. Основной, тишина,
встреча на улице, это все понятно. Так, мне надо сейчас, значит, дойти, где вот время и дата. Значит, город я уже настроил, Киев. Так, время у нас 1-1. Нет, не первое, не первое. Как у нас надо да, время стопит? Что у нас там по времени? Время 17:40. Ну, делаем 17:40. 40, потом... Уже одна. Неважно. Одна. Сейф. Так, это время, подожди, а как же нам, вот, 2016, правильно, но у нас 11, и сегодня у нас 24. Все, дан. Мне нужно формат, да нормально. Формат, язык, здесь же... Вот то-то-то-то-то-то-то-то, это что у нас? Он офф по сети, что ли? Так, где у нас? Вот, language. Вот теперь ищем наш великий, могучий. Вот, все Turkish, Tiangvian, какой-то Баша, Индонезия написано. А у нас не русский, а русский язык. Готово. Так, next one. Ой, то есть это следующее. Спецключ какой-то в самолете. Время. Все есть. Так, настройка безопасности, настройка сети. Так, есть у меня уже сеть. Так, восстановление не надо, профиль не надо. Так, установки есть. Следующий AD Player. Не нужен. У меня iPod. Радио ФМ тоже не нужно, организатор, календарь, будильник, калькулятор, управление файлами, даже что уже встроено, обалдеть. Уведомление, телефон или карта памяти, все понятно, то потом разберемся. Так, через Bluetooth наборчик идет, настройки самого Bluetooth, удаленная съемка, то есть если что-то у вас стоит уже, на этом, на треноге сразу и сфотографировал через Йента. Это интересно. Педометр, сколько будут, посчитай, сколько я на работу буду идти. Кстати, сейчас в ночь. Sendentary Reminding, это когда уже нам отдыхать? Да, телефонная книга. Телефонная книга у нас пустота, потому что надо сначала было скинуть все. Вот, батарейка, шиш. UMC, оно... Время все есть. Так, значит, пока все, надо полностью зарядить. И когда вставлю симку в тот свой большой, посмотрим, как оно коннектится, да сниму. Так, ну вот пришел я с ночной смены. Хочу теперь продолжить дальше. Значит, что у нас? У нас батарейка заряжалась час времени. Час времени хватило ее на 8 часов. Через 8 часов я поставил в 3 часа ночи на работе опять на час. И вот недавно она села. Сейчас я поставил ее опять. Час она зарядилась. Ну, я не знаю, я так думаю, наверное, может, из-за того, что работает постоянно Bluetooth. Если Bluetooth бы не работал, вот как в данном случае, может, оно и хватило бы, как производитель говорит, что 250 часов. Но я что-то сомневаюсь. Так, значит, надо connect вместе с моим сопрядить. Для этого мы включаем у нас Bluetooth. Значит, кто не знает, один палец два раза надо, а двумя пальцами сразу открывается. Включаем Bluetooth. Так, включенный. Вот, уже подключен. HT17 мой подключен. Так, подключен. Сопредили.
Вот он у меня. Сейчас мы его звук выключаем. Все, звука нету. Теперь попробуем разблокировать. Так, звонок. Вот выбираешь локал, выбираете или Bluetooth. Вот через Bluetooth. Вот. Отсутствует подключение. Не подключен. Подключить. Сейчас дальше смотрим. Bluetooth дайлер. Что у нас? Опросить. Вот HT17 опции. Отключение. Отключено. Значит, теперь подключить. Установка соединения. Подключено. Так. Ну, давай так посмотрим. Так, сейчас. Вызов по Bluetooth, да? Окей, сейчас смотрим. Вот это я звоню. Так, так. Значит, что здесь но? Если звонишь... Вот, мне уже говорит, что у меня денежек на счету не осталось. Сейчас мы проверим. Решетка и позвонить. Услуга недоступна. Понятно. Здесь, наверное, недоступно. Что еще здесь интересненького? Ну, установки, то профили пользования, это без звука, совещание, общее, это просто вниз и выбираешь любой. Здесь уже сразу все на включено. Если сюда, то будильники, вправо, новый контакт добавить, сюда аудиоплеер. Ну вот аудиоплеер. Давай включим аудиоплеер. Так, опции. Сделаем local, местное. Отключить, отключить. И вот она, музыка здесь записана. Вполне нормально звучит. Следующий. О, кисянде. Выключим этот бред. Сейчас пробуем. Ой, наушники. Вот это для меня всегда было проблематично. Вот это все снять. Так, вот это наушники у нас. Вернее, гарнитурка. Здесь, кстати, 8 гигабайт памяти. Так что, если есть желание, господа присяжные, сюда. Вот это все закупоривается, но в данный момент открыто. Если ты будешь слушать, под дождем уже не получится. Защиты уже нет. Так, включили. Включили. Так, значит, разблокировка. Так, аудиоплеер. Должны играть на наушники. Сейчас будем слушать. Да, что-то играет. Очень тихо-тихо. Попробую поднести динамиком этим, к микрофонам.
А ну-ка сейчас. Да, что-то играет. Очень-очень тихо. Сейчас попробуем погромче музыку. Ну вот, пришла очередная посылочка. Так, вот такая вот. Вот номер заказа написан. Кто знает, знает, откуда она. Ну вот опять написано DHL. Вот. Сейчас ее немножко вскроем. Как подступиться, подступиться. А сразу, наверное, все и вскроем. Так, вот лента. Там, как всегда, подарков не дождешься. Так, подарков нет. А хулиганов нет, а руки под пальто. Так, вот это ее накладная. Значит, Шэньчжэнь, Чайна. Экспресс накладна, цена 37,99. Новая почта принесла прямо на дом в руки. Вот, сработало странно. Обычно то зайди на почту, то еще что-нибудь. Все в складе, куча накладных. Короче, это не надо. Так, что у нас тут?